Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы играем GTA 4. Так, минутку. Ответить. Ты работаешь с Элизабет Толлер, да? I'm trying to avoid it, Michelle. Стараюсь, Мишель. I do a few errands for Elizabeth, nothing serious though. I am no dealer. If you need help with anything, Nico, just speak to me. If you want to get something off your chest, I'm a good listener, you know? I know, Michelle. I really appreciate your concern, but I can look after myself. I'm a big boy and I must make my own decisions. See you soon. Yeah, I know. See you soon. Итак, у меня было задание посмотреть мою почту. Давайте посмотрим почту. Там козлина мне должен был прислать. Так, Роман, Мишель. Слушай, братишка, попробуй позвонить Мишель. Я знаю, ты ей нравишься. Так что действуй, она классная девчонка. Тебя так. Позвони. Спасибо. Так, дальше. Вот этот я даже готовы заработать состояние. Так, и последнее. Так, что это такое? Удалить. Вот. Что для тебя это не пустые слова, мы с тобой на одной волне. Сотни откликов, но я сразу понял, что ты не такой. Иди ты нахрен не такой, что я такой? Так. Давай встретимся, как насчет забегаловки на 69-й в Хоут-Бич. Захвати бумажник, платишь ты, у меня будет красная роза, я там бываю около 12. Блин, около 12. Так. Так. Ладно. Роман. 9:30. Хорошо. Некогда мне с тобой пить. Мне надо гомосятину прихлопнуть.
man. You know her? Yeah, man, I know her, Nico. Even Batman's scared of that girl. Should I not be doing business with her? Nah, man, she's a real good business woman, you know, sir. Just don't get on her wrong side. See? Later on, me call you. Итак, этот гомосятина бывает вот в этой забегаловке, около 12, Хоуф Бич. Это недалеко от дома бывшего нашего. Так что, давайте мы узнаем, у него есть роза. Где тут? Около 12. Блин, шапку-то с меня сбили. О, давай покушаем. Хот-дог. Давай. Давай. Это кто у нас там стоят? Стоят люди. Чё стоят, кого ждут, неизвестно. Так. Время 11:18. Нормально. Можно будет сейчас вернуться. Так, вот парк. Ну-ка пошевал отсюда. Никакого уважения нету. Задрали демоны. Давай. Мне тут падло прибить и все. И я свободен, словно птица в небесах. Давайте. У меня будет роза. Где ты? Где твоя роза? Welcome. Давай, гамбургер. Ладно. Сейчас сократим. Так, есть правда еще одно кабаре, но там было написано забегаловка,
А это кабаре Хоу Бич. А это ресторан. Так что я буду думать, что это все-таки как ресторан вот этот вот имелся в виду. Около 12. Где эта тварь? Так. Ну-ка. Кабаре вроде по прямой. Блин. Вот здесь вот кабаре. Не дай бог ты здесь. Блин. Сядьте за столик и наблюдайте. Действительно, что ли, здесь? Давай посмотрим. Идет загрузка. Два удивительных представления. Первая сцена — удивительный нарядный Клейман. Добрый вечер. Кстати, представление я люблю. Давай. Меня часто спрашивают: Клейман, как ты узнал о своих магических способностях? Ты когда-нибудь использовал их во благо? Может, ты исцелил больных раком или уничтожил ядерное оружие? Причем с ядерным оружием, не знаю. Один парень как-то спросил меня: вы можете сделать меня более женственным? Нет, я всего лишь развлекаю зрителей. Я не удовлетворяю ваши бисексуальные любопытства. Сейчас моя ассистентка взлетит в воздух. В воздух и на воздух тоже разные. Силы гравитации и Исаак Ньютон мне не указ. Ну давай. Взлетаю. Ну конечно. Ну и чё? Хороший фокус. Так. Ну я сюда и пришел-то не за этим. Так, малыш Джейкоб. Ника, если деньги нужны, звони, у нас похишом найдется работа. Так, понятно. Время. 1:23. Сядьте и наслаждайтесь. Блин, все-таки я был прав. Ладно, давайте. Может, этот козел все еще там. Может, он не успел уйти. Около 12, это значит плюс-минус все равно. Сходить в ресторан? Нет. Мне не до ресторанов. Так. Ну-ка, стой, козлина. Цветочка нет. Нету цветочков. Ладно. Пошел нахрен отсюда. Так, ловим такси. Такси! Пошел нахрен. Едем к букве Е. Вот мы добрались. Давай, новое поручение. Елизавета. Блин, вы праздник устроили. Мне работа нужна, а вам праздник, лишь бы танцульки.
Мы едем в Шотлер в Кантер-стрит. Хорошо. Блин, мы едем. Вау, смотрите, какой у меня автомобиль. Самый что ни на есть нигерский. Давай. Пошел отсюда. Где такси? Я на такси хочу. Ладно, поездку вырежем. Now it's all about diversification. A heroin deal is your way of diversifying? Money talks. Money say jump. Cats say how high. This is a cash deal. I got other shit going down as well. What type of shit you got going on? I'm always looking for work. If it pays, that is. I pay like a Songbird sax bonus, bitch. It's Christmas every day when you rolling with this deal. So you got work? Not yet. I gotta set shit up. But I'll need a cat like you real soon. Give me your number. Tell me about that bike. The one with the smack. Johnny. I ain't working with that cat, but I heard about him. He's doing all type of crazy shit. Blowing stuff up. Them boys, the Lost, they in some heavy type of gang war, is what I heard. Crazy white boy shit. Think only one group can grow beards and ride bikes in this town. It's a big town. It's not big enough. What that other gang called? Death Angels or some shit? Anyways. Careful of this cat. Don't want to even look at him the wrong way. Crazy motherfucker. You scared of him? Yeah, I ain't scared of nobody. All them bikers is racist as shit, dog. Итак, мы доехали до пункта назначения. Что дальше? Хана на третьем этаже. Ханна или Хана? Ханна, наверное. На третьем этаже. Хорошо. Вау, у меня еще дробовик появился. Так. Ну давай. Ух ты, 10 патронов, конечно. Давай. Как во Вьетнаме. Первый этаж, второй этаж, третий этаж. Так, покупка какая-то, да? Ты готов? Да, конечно, пора браться за дело. Ничто так не возвращает жизни к жизни. Конечно, сейчас будем друг друга свинцом хреначить, к жизни возвращать. Эй, что происходит? Давай, за дело. В чем дело? Героин у вас? Давай по-быстрому. Наркоту я не люблю. Как вы не поймете? На! Ух ты! Отлично! Есть! Очень хорошо! Давай, 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 давай! Еще кто? Где ты? Есть. Так, спецназ, понятно. Вы меня хотите все убить? Еще один вот здесь. На. Так. И еще один выше. На.
Блин, не хотел вас убивать. Зачем вы там мне нужны? Ну, если тебя сейчас там завалит, тварь. Давай, дроби в лицо. На. Вот так вот. Что у меня здесь есть? Ой-ой-ой-ой-ой. На. На, получи, козел. Давай, 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 давай. Осторожно, по мне не страдай. Вот так. Все хорошо, я всех убил. Я хороший мальчик. Вот так. Вау. Ой-ой-ой. А я 2 звезды заработал. Замечательно, стреляем вдвоем, а заработал я. Хотя можно было и не стрелять. Я не настаивал на этом. Я на этом не настаивал. Так, нам надо свалить, чтобы нас еще и не завалили нахрен. Вот так. Давай. Садись в машину. Быстро садись в машину. Нам надо сваливать, ты не понимаешь это? Хоть на этот, а твой мозг способен. Так. Вот сейчас мы и свалим. Готовься. Вот так. Самый лучший, самый короткий способ. Че, мне броню надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Вот сюда. Технический разрез. Так, не сюда. Все. Теперь едем домой. Миссия сделана. It won't be the same world. What's different since this guy's been doing his bid? Shit changed. There'll be more to it than a crack tip nowadays. There'll be the smack tip, the rap game, X, chronic, meth. Shit. I'm looking into expanding my horizons. Yeah? For sure. Reach for the stars and all that shit. Чё, удивительно, мы вроде едем на тот остров, где мы еще не были. Туда, куда нас судьба еще не заносила, в богатый район. Так что скоро мы и здесь развернемся. Осталось немного. Вот так, притормозили, повернули. Нормально. Здесь так можно. Едем дальше. Что мы видим? Видим узкий проход. Вау, ментов напугали. Ох ты, как близко с ними, да? Так, напрямки-то нам не надо, поди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, поворот, поворот, поворот. Пропустили. Нет, не пропустили. Повернули. Едем далее. О, в тучу. Бум-бум-бум. Прям как москаль. На. На. Как эти гребаные идиоты, которые ездят на полной скорости по Москве в туннелях, потом застревают, собирая несколько десятков машин. Давай. На. И еще. Стой. Нет. Да. Как я классно, да, развернулся? Так бы обмотала бы в жизни вокруг столба бы уже и не ехал бы никуда. Итак, едем. Красивый район, посмотрите.
Реально красивый район, да. Такие районы, кстати, еще в Южной Корее есть. Это кажется, да, такой незрачный. На самом деле очень красивый. Очень практичный. Только нигеров тут до хрена, которые хотят халявы. Да не бывало такого, вот вам халява. Еще халяву хотите? Я вам дам халяву нахрен. Все. Вот мы на месте, золото, я тебя дерну. Ты у меня дернешь. Все, давай вали. Так, миссия завершена. На этом все. Увидимся в следующей серии. Подписывайся на мой канал. Пока!